Всем здравствуйте! Прошло более 40 дней, как ушел из жизни кумир миллионов Юрий Шатунов. Прошло уже и 3 панихиды по музыканту, но поток поклонников к месту упокоения певца не иссякает. От места последнего пристанища Юрия просто невозможно отойти. Огромное количество игрушек, записок, рисунков, фотографий и, конечно же, цветов оставили поклонники в знак бесконечной любви к певцу. Люди, приходящие оставить частицу своей души, выражают свои чувства по-разному. Вот и сегодня один из почитателей таланта Юрия Васильевича выражал свое почтение к певцу неоднозначно. Достаточно зрелый мужчина, придя к месту последнего пристанища певца, принес с собой кассетный магнитофон, включил песни Юры и достаточно долгое время плавно танцевал под песни знаменитости. При этом его даже не смущало внимание посторонних глаз. Но с этим, понятно, ничего не поделать. Вот уж поистине народная любовь. Он и в мыслях, и наяву, постоянно смотрим его ролики с концертами, слушаем его голос, и до сих пор не можем поверить, что его уже нет, хотя он всегда будет с нами, в наших сердцах, царство небесное тебе, наш дорогой Юрий. Народная любовь народному артисту. Упокой, Господи, раба Божьего Юрия. А он ведь смотрит с небес и все видит, вот эту народную любовь к нему. Сколько людей! А многие, кто не смог прийти, поставили за упокой свечи в храмах. Царство небесное тебе, Юрочка. Светлая память и вечный покой замечательному человеку и народному певцу Юрию Шатунову. С такими текстами оставляют свои записки поклонники-музыканту. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и своих близких. Всем пока.